Научно-образовательная школа «Лифт. Будущее» благотворительного фонда «Система» собрала в Подмосковье талантливых детей со всей страны. В течение 3 недель старшеклассники будут разрабатывать инновационные проекты, причем не только на бумаге. В их распоряжении лаборатории и все возможности для научных исследований. Кроме того, с ребятами пообщаются ректоры ведущих вузов страны. Сюда они попали, победив в нашем конкурсе проектов «Система приоритетов». И приехали они сюда продолжать те проекты, которые начали уже в рамках своих образовательных организаций. В основе нашей программы лежит обучение инновационному проектированию. Помимо этого, дети будут участвовать в различных мастерских и лабораториях. Мы организуем для них экскурсии на предприятии, где они вживую могут познакомиться с тем, как устроено производство, и лучше определиться со своим профессиональным выбором. Собственно, это и является еще одной целью нашей программы.